Сегодня я буду говорить о том, как подключить файл подкачки, каким образом это делается. Вот, например, вы зашли в программу Gparted. И в программе Gparted вот сейчас, в данный момент, видно, что у меня файл подкачки 8 гигабайт, и что против него стоит вот такой вот ключик-замочек. И если вы нажмете на информацию о нем, то вы увидите следующее. UUID. Вот вам рекомендуется вот так вот сделать и скопировать. Это если в том случае у вас файл подкачки не подключен. Теперь, значит, вам следует перейти в корневой раздел и найти файлик вот etc, ну, по-русски говорят etc, правой кнопкой открыть как root и завести свой корневой пароль. Значит, что здесь делаем? Пробегаемся вниз. Нужно пройти все папочки и остановиться на файлике fstab. Вот оно. И в файлике fstab, значит, нужно будет посмотреть вот своп на time там 1.2. Вот у меня первый раз здесь вообще ничего не было. Стояла только просто своп на time и так далее. Вот вам между знаком равно и свопом нужно будет ставить название UUID, которое мы скопировали. Вот после всего этого, значит, ну, пожалуйста, посмотреть там. Или нажать клавишу Ctrl-S и закрыть этот файлик. Вот практически. И все, значит, по поводу, значит, подключения своп файла. Вот я сейчас пойду, и вы должны будете увидеть вот такую вот нормальную картинку, что ваш файлик своп. Вот, видите, я называю это ключик-замочек, ну, что он подключен. Вот если он у вас подключен, то, значит, пожалуйста, все у вас, значит, работает нормально.
И здесь вот также можно будет посмотреть, что вот swap файл из 8 гигабайт используется всего лишь 2,25 мегабайта. То есть совсем крошечная часть. Вот. Еще один ориентир, который я пользуюсь, еще и вот такой. Вот программа Spacer. Тоже хорошо видно. Значит, здесь виден корень, память и центральный процессор. Вот. Надо вам там что-нибудь почистить. Вот на метелочку нажимаете и действуете согласно инструкциям. Вот. Ну, самое главное, я вам, значит, вот здесь рассказал, как подключить swap файл. То есть вот такая вот простая и немудренная операция поможет вам подключить swap файл, чтобы он нормально, скажем так, использовался. Ну ладно, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.